Олень. 930 евро. Мохнатенький. Этот подешевле лосик. 399. А, скидки 40%. А чё он такой грустный-то? Грустный, а чё ты такой грустный? Морковка кривая, что ли? Да зайчик, да грустный какой. Ой, у нас тут следов. Целый живой уголок или зоопарк, или... Ай... Зайцы, муж говорит, бегает. Он в следах понимает. Это я не следопыт. Вокруг это танцевали. Танцевали? Но вокруг бочки. Ну, что-то там... там... Костер разводили, видать. Костер разводили. Ну, да. Прямо зайцы такой хороший. Следы-то, как у кабана. А рядышком вон кошак, наверное, вон там бегал. Или лиса, вон, видишь, какие-то. А тут-то да, прямо заяц у него, смотри, нога как у меня. Какая нога это? Ну, 4 лапы. Ну так все равно здоровые. И вон туда, смотри, по дорожкам вон скакал. Отжимает территорию. Хозяин говорит, у нас тут завелся. По дорожкам вон гонзает. Ай. Так, мне главное, чтобы мне тут не обглодали мою жимолость, как косули какой-то год. Кто-то в жаркое просится. Ты мы и мыши, по-моему. Угу. Ну ладно. Всем привет. Мы тут давно не выходили на связь. Мы отмечали Рождество в эстонской семье. А потом чего-то, не знаю, не снималось чего-то. Отходила я после очередей на границе. Вон, с секунду. С секундом. Ой, чуть. Вот провалилась куда-то я. Секунда, Аня говорит. Вот тут вот секуны, говорит, бегали к нам туда, вон, лапы. Ну, лапы точно с секунов этих. И туда он убежал, вон. Секун. А вот тут тоже вон секуны бегали, вон. Ну, так это один и тот же. Лапки маленькие какие-то. Маленькие. У зайца-то как у коня лапки, а этот-то маленький. Это даже для кота маленький. А, слушай, это, наверное, не кот. Раз, два, три, четыре, пять. Пять лапок? Да. И сзади какие-то. Пять пальчиков, да? Пять пальчиков. Вот где живет, походу. Какой-нибудь. Вот. Крыс туда. Какой-нибудь. Ну да. Типа ласки. Может, ласка какая-то. В общем, у нас тут маленькая. Живой уголок. Закрыть. Слушай, я вот сюда провалилась прям. Ну, угу. Мы тут с обходом сегодня поехали по магазинам проехаться. Решили на Новый год сделать алаверды. Мы обычно Новый год отмечаем вдвоем, ну всегда вдвоем. Дело в том, что у меня 31-й день рождения, и мне не хочется людей напрягать какими-то подарками, еще чем-то. Поэтому мы, ну, стараемся, ну, не приглашаем никого. Как-то раньше, когда я жила на Урале, мы только с семьей как-то отмечали всегда, потому что, ну, мне не хочется напрягать людей подарками. Все же Новый год празднуют, вот. А тут мы так отметили это эстонское Рождество. Мы даже расходиться не хотели. Мы начали раньше, чем планировали. Нам позвонили раньше, сказали, давайте, мы уже тут собираемся, приходите. Мы так весело. Я давно так не веселилась. Давно, как так было последний раз, наверное, когда вот я еще жила в Салге, когда был жив папа, бабушка с дедушкой. И мы собирались семьями и устраивали конкурсы.
И также в этот раз эстонское Рождество, как русский Новый год. Это полный стол вкусной еды. Это много подарков. И это много конкурсов. И вот теперь мы поехали с Данией, закупались, что мы там пригласили Даниных родственников на Новый год. Купили маленькую елочку. Маленькую. Нам ставить, потому что особо некуда. Вот. И заехали проверить тут живой уголок у нас на даче. Так, и у нас теперь просьба. Когда мы были на эстонском Рождестве, там было столько конкурсов. Это просто вот мы нахохотались, мы набегались, напрыгались. Вот. Но у нас в квартире не совсем много места, у нас много мебели, поэтому там не попрыгать у нас особо. Кто-то, может, подскажет какие-то конкурсы такие для небольшой компании, но сидя за столом, или не командные, то есть, ну, без команд, потому что у нас не все будут по парам. Кто-то работает в новогоднюю ночь. Поэтому какие-то есть интересные вот такие конкурсы для небольшой компании, но без прыганий по квартире. Вот. Мы-то были в большой в квартире, мы там и прыгали, и все, что хотите, делали. А у нас как бы места не особо много, поэтому ждем. Это конкурсы нам надо, конкурсы. Какие есть конкурсы? Напишите, пожалуйста. У нас тут возле садовых участков смотрим, очень много кустов выкорчеванных лежит, а сейчас смотрим, что это вот экскаватор их выдираем специально, чтобы мусор не скидывали, да, втихаря, это вот люди втихаря в дебри скидывают мусор, и такой большой с щипцами. Вот он такой, у него щипцы вот такие, он так вот. Ой, как здорово-то. Понавозил кто-то себе поддон. Ага. А тут, наверное, кто-то расширяется и, может, хочет с дороги тут себе сделать въезд. Всего, чтоб, да, мусора вдоль участков не скидывали. Ну, у нас тут тоже чистку делали. Тоже видите, какие дебри вдоль участков. И туда, как все, кому не лень, мешки с мусором зафутболивают. Да. Когда зима или когда поздняя осень, нет снега, это все безобразие лежит. Эстонские горы. На них даже сосны растут, вон деревья какие-то. Как сейчас все серое. Прямо вот черно-белое такое вот даже. Солнышка нет. И витамин D сегодня закончился. Мы как-то объехали с другой стороны, потому что дорога, по которой мы возвращались, была завалена. А это у нас вот микрорайон Южный. Он из таких красных кирпичных домов состоит. Такой компактный. А сейчас вам немножко эстонского Рождества в студию. Да, сейчас. Вы сказали, что ни одно эстонское Рождество не обходится без кровяных колбасок. Вот молодцы. Мы тоже думаем, кровяные колбаски в будние дни поедим, да ведь? А на праздник лучше мяско, да ведь? Я их приготовила, да? Но мама сказала, не влезет. Да, не влезет. Ну ладно. Там... Вертолет. Вертолет. Включайте мужскую логику. Ну, он сейчас включит. У него только экскаватор на уме. Ковш к экскаватору. Грабли к экскаватору. Да. Все равно, что он не сделает, все равно экскаватор. Экскаватор, все экскаватор, да. Ну, угадайте. У него сейчас так... Бутылка. Нет, у него... Какой-то сапог, блин. На. Ну, открывай теперь. Ну ничего, это машина! Покажи, покажи мне, покажи мне. Покажи. Ой-о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 й-
Так, это стекло. Слушай, это я ему хотела купить, я ему хотела такую штуку купить. Это... крокодилы. И у меня все эти покупки в интернет-магазинах, это шок у меня вызывает. Это трусы запасные. Какие? Покажи трусы. Покажи трусы запасные. А что это такое, Даня? Наверное, какой-то. Я не знаю, что это. А, мат. Драй-мат. Драйер-мат. Эй, Стигера, сонце мне так и гирят. Эй, она. Йонги, я лару, не мать. А, под ноги. Ага. Машина. Угу. Видно, чтобы не мочила. Эй, все, и машина. И машина, вот она сбоку. Рождественское украшение со светодиодом. Да-да-да. И напоследок. Там еще не все. Сейчас. Подожди. Опа! Сукин! Вот я будет ты. Только такая главная. Там, наверное, горят. Как ванники в комнате, бля. Я думаю, ее исправить можно. Горят там или не горят? Да, на батарейке. О, смотри-ка, горит. О, елка светит. Еще и елка светит. Зачем ты ее выпрямил? Классная такая. Слушай, классная машина. Такая старинная, под старину, блин. Смотри, как зашапанная. Она такой же едет. Делает. Сначала так сложила, потом так сложила, потом это так сложила. Такая серьезная, как будто, знаешь. Из этого выходит шампан. А нельзя, да, ничего? Нет. Можно. Ты можешь порвать везде. Порвать, да? А дом в куске должен остаться. Но ножницы нельзя, да? Нет. Ножницы нет. Он должен остаться в одном куске. Самая легкая. Да. Очень легкая. Наверное, дом. Ну ладно. Лямка пусть тебе дает желание. А что я-то? Мне легкая, пожалуйста. Дай шампанское. Так, это что такое? Ракетка для пинг-понга? Да подожди, мы ничего не видим, блин. Нет. Все, уже ничего. Лопата, что ли? Нет. Зонтик? Нет. Цветочек. Ну тут мне не получится так. Ну давай ты делай как. Ну это вот тут надо ниточку на елку повесить. Елочная игрушка. Надо было дырку сделать просто там внутри. Мы бы поняли. Рождественская игрушка. Это шарик, что ли? Да, рождественская. А почему ты его сминала так? Я не понимаю. Мне надо было сделать же его симметричным. Ты понимаешь? Я же инженер. Я же не могла так просто его. Мне же надо было симметрично. Я же намекала инженерные ошибки. Понятно. Потому. Да, по-инженерски. Ты неправильно будешь намывать. Рассчитать свое время сразу начнет рассчитывать. Да. Литры воды там всякое, да. Вот это самое. Шири, папа, ты не понимаешь. Я тарелочки, палочки для соуса. Окей. И у нас как раз комплект тарелочек есть, да, Даня? Такой вот черный, белый, квадратный. И сыновочками. Ну, теперь мужа будешь радовать, да? Ой, как классно! Я люблю. Теперь будешь, да? Инженер меня. Дмитрий. Снеговик по-эстонски. Люмемем. А почему не мес? Люмемес. Мес? Нет, Люмемем. Если морковку вниз поставить, будет мем. Если морковку вниз, а морковка вверх, мем, люмемем. Да. А. А без морковки луминайна. Без морковки луминайна. Тоже луминайна, наверное. Снежная баба. Луминайна. Снеговик, что баба. Да. С морковкой мэс. Да, да, да. Оно. Лумимен. Ага, понятно. Гендер. Толстой, да. Толстой и большой, да. Сначала Пушкин, потом Толстой. Бабушка сама придумала это игру. Я не сразу. Она сама придумала эту игру. Так что, давай. Злая бабушка. Это птица. Сам ты птица. Я не закончила. Ну ты вырвала оттуда уже птицу. Да, да, я тоже видела. Вырвала, да. Снеги. Мы пьем, пока бабушка там. А так, как я вам далеко оставила, что мне это, техки, сюда, техки, техки. Да, да, да.
Осьминоги на? Ты ебри, что ты корт не организируй, но там меня организируй, люфту, где ты... Дерви, мы ждем. Не расстраивайся. Дерви, но не нервируй. Это пятый пик. Нервничай. Сам ты пятый. Корсна бюхкая. Дед Мороз. По-моему, бабушки, я не знаю, что там. Белка, наверное, какая-нибудь, блин. Эй, мой герой, Эвард. Ну, куда за ватами садей? Я на дебу это белка из этого ледникового периода. Прости, мама Делевихия, правда. Пионера, мама. Да, капит весь. Эй, ола. Какая-то обезьяна явно. Сей, ола, юрода, козер. Похоже на обезьяну с хвостом, блядь. Это Яна. Смотри, какая она злющая. Это вот Яна, я вот так вот все порву. Это ой, не будете мой, это кто такой? Да какая же это собака, блин? Обезьяна. Заяц. Не знаю, бабушка, ты что-то как-то перестаралась. Наверное, это какая-то, блин, на мужика обезьяну похожа. Опа, торчит из книги. Айсти, кюси меня, Дима, что тут порву? Тебя не толкай. А это что такое? Сил, ой, я мама. А это рука. Это чучело. Чучело? Ничего себе чучело, блин. Она есть чучело. Она даже не похожа на чучело, блин. Сначала доставай то, что это в бумажке. В бумажке доставай. Я никому не покажу. Покажи, что в бумажке. Никому не покажу. Покажи вы всем, что в бумаге. Давай, покажи, бумаги. Что в бумаге. Покажи. Я подержу. А покажи, что в бумаге. Давай, давай. Я подержу. Только скандал. Покажи, что там в бумаге. Что? Пять национальностей. Это казах. Она искала казахский флаг. Я это так искала. Анечка, если у отец так казах точно. Чурка! Я это же так искала. Чурка и чурка. Это ваша. Таня с послом связывался. Связи с Казахстане меня спасли. А я не знала, что у меня такой флаг. У тебя такой флаг. Это мину кяситуа. Это мину кяситуа. Все, бабушка, кушайте перекусы. Да, я люблю огурцы. Ну, что вы... Это мину, да, мину. На каирусской. Да ты что? А я думал, это перец чили. Маринованные. Сильно? Попробуешь, узнаешь. Попробуешь, узнаешь. А вот наша это площадь Вирла с елкой новогодней. Народ гуляет, вокруг слышны крики, песни. А вот тут вот у нас Кескалея вот в такой вот арочке в красивой. А мы нагулялись, научаствовались в конкурсах, насмеялись. Счастливые и довольные идем домой. Всем пока! Вы были на канале «Из Эстонии с любовью». Подписывайтесь, ставьте лайки. Ага. До новых встреч! Всем пока!